Вот такое чудо рождения в Тайгане. Еще на два амурских тигренка стало больше. Мальчик и девочка у Василисы. Сегодня. Сколько людей пришло посмотреть. Ну вот, вы при уникальном событии присутствуете, при рождении амурских тигров. Вот ими гордится Россия, их сегодня осталось 400 особей в природе Уссурийского края. Она тоже выросла в нашем зоопарке в Ялтинском. Да, да, да. Это вы ее также принимали, вот такую кучку? Вот с такого Оксана Олеговна ее выкормила. Супер, и сегодня она помнит это и разрешает мне, спасибо, трогать ее малышей.